завершилась очередная церемония награждения ежегодной национальной музыкальной премии «Виктория» за 2020 год, эфир которой вы увидите 18 декабря на телеканале «Россия-1». Завершилась она не так, как ожидалось. В этом году церемония проходила в отсутствие публики. Имена победителей конкурса были строго засекречены, но все-таки стали известны некоторые подробности награждения. И кто же победитель? Диарс выпросили секрет у Игоря Крутого. Он сказал: «В этот раз академики проголосовали не за нас». В номинации «Лучший поп-исполнитель» был признан Владимир Пресняков с песней «Достучаться до небес». Лучшим композитором года — Константин Меладзе. Дальше перечислять весь список номинантов на премию не имеет смысла, если кому будет он интересен, можете прочитать в описании под видео. Почему так вышло, знают только судьи, поэтому возникает вопрос: а судьи кто? Все подробности мы узнаем 18 декабря. Как сказал в интервью Игорь Крутой, что профессиональное голосование предсказать нельзя. Когда оценивают профессионалы, возможно все. Жаль, конечно, что мы, зрители, никак не можем влиять на результаты голосования. Будем надеяться на лучшее. Но не может быть, чтобы Димаш Кудайберген остался без награды. Подозреваем, что он получит специальный приз, так как номинация «Поп-исполнитель» совершенно не соответствует высочайшему уровню Димаша. И доказательство тому видео, которое обрывается такими словами: «Для вручения специальной награды за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру». Дальше остается только догадываться, о какой награде идет речь. Для вручения специальной награды за неоценимый вклад в российскую музыкальную... Димаш должен получить специальную награду в номинации «Лучший деятель культуры года», как выдающийся певец, кумир миллионов по всему миру. Так что ждем 18 декабря. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.